Привет, друзья! Сразу несколько самолетов накануне 18 января не смогли приземлиться в аэропорту Сочи. Из-за сильного штормового ветра лайнеры буквально зависали в воздухе при посадке. Неудачные посадки самолетов попали на видео некоторых очевидцев. На кадрах видно, как самолет боком садится и не может коснуться взлетно-посадочной полосы. В итоге не все самолеты, прибывающие в аэропорт Сочи, смогли приземлиться. Посадку затруднял сдвиг ветра. Экстремальные условия заставляли пилотов уводить лайнеры на второй круг и пытаться еще раз произвести посадку. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.